А вы кто? Мы журналисты. Расскажите, пожалуйста, почему вы здесь собрались перекрыть улицу? Потому что нас никто не слышит. Мы пытаемся, мы обращаемся к городскому голове, мы обращаемся в суды. Во все компетентные организации, ответов разумительных нету. Поэтому, чтобы вызвать мэра на какой-то диалог, мы пришли сюда. Это против вчерашней застройки? Кто что было вчера? Вчера что перекрывали улицу, да. Это началось уже полгода назад. Просто предотвращают доступ строительной техники на стройплощадке, на незаконной стройплощадке. У них нет никаких разрешительных документов на ведение строительных работ. Гагаринское плато 4. Это Мегалайн, то, что вы говорите вчера, да? Да, Мегалайн. Ясно, спасибо. Там хаотично, не будем застроить, поменять там.